Если бы игры учились в одной школе. Эй, эй! Да что? Дай списать, плиз. Ты нормальный вообще? Уважаемые родители, дети последнее время очень плохо себя ведут. Очень низкий FPS у всех, постоянно вылетают. Да, в наше время такого не было. Мы с ними поговорим. Так, посмотрел я ваши работы и обоим поставил двойки. Мне все равно, кто у кого списывал. Да это он у меня списал. Не верьте ему, это все он списывал у меня. Здравствуйте, класс. Садитесь. Sims 4, почему ты не садишься? Он не может за парту сесть. Febine Lovo. По-любому останется на второй год. Дети, берем линейки и чертим квадрат. Блин, у меня нет линейки. И у меня. Ха, лохи. А теперь все показываем домашнее задание по рисованию. Неплохо. Можно лучше. Совсем не старался. Red Redemption 2. Какой молодец. Так реалистично. Ставлю 5. Лучший ученик. Извините, что отвлекаю, но ваш ученик разбил окно, и его вызывают к директору. GTA 5. Опять ты за свое. Я тебе говорю, что если не возьмешься за ум, то станешь уголовником. Так, посмотрел я ваши работы и обоим поставил двойки. Мне все равно, кто у кого списывал. Да это он у меня списывал. Не верьте ему, это все он списывал у меня. Уже прошло 15 минут, училка не пришла, можно уходить. Ребят, я сходил в учительскую и сейчас к нам придет замена. Капец ты предатель. Да он не предатель, он крыса. Проверил я ваши контрольные. Очень плохо написали. Brawl Stars. 2. Вот блин. CS GO. 2. Да как так-то? Dota 2. Тебе тоже 2. Dota. Подбирай выражение. Извините, пожалуйста. Познакомьтесь, дети. У нас в классе будет учиться еще один ученик. Эш. А сколько можно? Нас и так в классе 40 человек сидит. Куда мы вообще поместимся? Можно выйти, пожалуйста, в туалет? CS GO. Вот только начинается урок, так тебе сразу надо. Жди перемены. CS GO, ты что делаешь? Конец месяца. Сдаем деньги на шторы. 500 рублей с человека. У меня только гемы с собой. А у меня вебаксы. Опять искать обменник, чтобы на рубли поменять. Ну ладно, что не сделаешь ради новой машины... Ой, штор. Комната Анны Павловны начала понемногу наполняться. Приехала... Мария Ивановна, можно помедленнее? Я не успеваю. Я и так медленно диктую. Пиши быстрее, Brawl Stars. Я не могу быстрее, у меня плохое соединение. Перемена 15 минут. Папк, перемена 15 минут. Можешь сходить в буфет, потом времени не будет. Извините, не понимаю. Через 15 минут зона ограничивается до класса. Вот и шлепнулся с крыльца. Молодец, Brawl Stars. Хорошо стих рассказал. Вы мне поставите 5? Нет. 4? Нет. 3? Нет, я введу тебе код Aurum в магазине. Вау, это лучше всех оценок. Сразу видно, любимчик. Ассасин, опять ты за свое. А ну иди сюда. Куда же ты делся? Снова сбежал. Вернется, и я ему такую устрою. По итогам года все переходят во второй класс. И даже я? Нет, сталкер, ты не перешел.
Но в следующем году перейдешь. Зуб даю. Учеником года в этот раз становится GTA 5. One year later. В этом году лучшим стал Ведьмак. One year later. Ученик года — Fortnite. One year later. Ясно-ясно, пошло нафиг. Дети, нужно выбрать старосту. Мне кажется, что я могу с этим справиться. Я ответственный и самый старший в классе. Мальчик, угомонись, я буду старостой. Эх, выпускной уже совсем скоро. На кого вы хотите поступить? Я пойду на строителя. А я стану полицейским. Прикольно, а ты, Sim 4, что планируешь? А я думаю, на кухне пожар устроить, потом кровать удалить, чтобы сознание постоянно терять. Его точно оставят на второй год. Эй, ты чё, офигел? Сергей Сергеевич, а Mortal Kombat дерется. Так, мальчики, успокойтесь. Ща-ща-ща-ща, вот, продолжайте. РДР, ты что не видишь, что класс у нас слабенький и не тянет такое качество? А ну выйди и зайди нормально. Ну вот, так намного лучше. Проходи. Дети, сегодня будем выбирать президента школы. Может, есть желающие? Я, как ваш староста, хочу сказать, что у меня очень много опыта, и теперь я готов стать президентом школы. Мальчик, угомонись! Я буду президентом! Рад всех видеть после летних каникул. Достаем тетради и пишем сочинение на тему «Как я провел лето». Этим летом видео со мной всегда заходили в тренды Ютуба. Этим летом меня скачало еще много миллионов людей, а просмотров на Ютубе становится еще больше. Если бы игры учились в одной школе. Ребятки, вы знаете, что нужно делать, если вам понравилось это видео. Конечно же, прожимайте лайк, конечно же, подписывайтесь на канал и вводите код AURUM в магазине Brawl Stars и остальных игр Supercell. Как вам этот формат? И хотите ли вы продолжение? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Много-много лайков, много просмотров, и я выпускаю вторую часть. Ну а еще поздравляю вас с началом нового учебного года. Ну или не очень поздравляю тех, кто не любит школу. В любом случае, уверен, что как минимум вы рады увидеть ваших школьных друзей. С вами был AURUM. Всем удачи, ребят!